В Минске сегодня завершился чемпионат Беларуси по художественной гимнастике. На протяжении 3 дней почти все сильнейшие спортсменки страны боролись за награды этих соревнований. Почти все, за исключением некоторых сборниц, получивших отдых после напряженного планетарного форума. Там, напомним, белорусские выиграли 3 медали и 3 олимпийские лицензии. Ну а в спорткомплексе «Динамо» зрители не увидели выступления Мелитины Станюты, Екатерины Галкиной и Анны Башко. В их отсутствие солировала Арина Шарапа. Она выиграла финалы в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. Впрочем, Шарапу при всем желании не отнесешь к открытиям турнира. Она в сборной прописалась давно и надолго. Зато сюрпризом можно назвать выступление наших юных гимнасток, совсем недавно участвовавших в групповых упражнениях на молодежном чемпионате Европы. Удивили гимнастки, которые выступали недавно в групповом молодежной сборной на чемпионате Европы. Сейчас они выступали в личном. Понравилась Маргарита Вадинская. Думаю, что этой гимнастке есть хорошее будущее. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, а ныне тренер Марина Лобач, также с волнением следила за происходящим на ковре спорткомплекса «Динамо». По итогам соревнований она осталась довольна выступлением своих воспитанниц. Впрочем, и выделять самую яркую она все же не стала. Своими гимнастками я очень довольна. Они прибавили, особенно одна из них, она участвовала на чемпионате Европы в групповом упражнении. Очень сложно было встать в индивидуальную программу за короткий промежуток времени. Она подготовилась, и я очень рада хорошими выступлениями. Чемпионат Беларуси, несмотря на отсутствие сразу нескольких сборниц, оставил цельное впечатление и прошел на высоком уровне. А главное, показал, что резерв у нашей национальной команды есть. Процесс подготовки юных дарований, можно сказать, поставлен на конвейер. И спустя несколько лет воспитанницы Белорусской школы художественной гимнастики станут достойной сменой нынешнему поколению. Так скажем, конвейер, не конвейер, это все-таки люди. У всех свои чувства, у всех свои способности, у всех свои данные. Поэтому будем надеяться, что нас тренеры продолжать будут готовить таких гимнасток, и у нас будут появляться такие одаренные, способные гимнастки. Потому что сейчас у нас есть хорошее будущее. Надеюсь, что оно себя покажет. Будущее, подрастающее поколение у нас есть. И сегодняшние соревнования показали, что девочки хорошо готовы и идут в ногу со временем. Я надеюсь, что в дальнейшем у них все получится, и наша страна будет гордиться новыми звездами.